Здравствуйте, представляем котел варочный на 200 литров масляный. Крышка разбирается на половинке. Мешалка с трубопластовыми скребками вынимается на клампом соединении. Слива будет стоять 90-50. Включаем сетевую кнопку. Три блока по 5 киловатт. Это включение насоса. Будет кнопка, это таймер. То есть мешалка работает либо в одну сторону, регулируется резистором, либо в другую. Сзади стоят краники уровня, нижний, средний, расширенная воронка. И полночный включение. Включаем один блок 5 кВт, либо 10 кВт, либо 15. То есть по одному кого включаем. Ну, это работа таймера. То есть таймер включаем, через задаем время, через какое-то время отключится. И также стоит защита по перегреву. То есть по повышению температуры загорится авария, красная лампочка. Ну, все, котел готов к работе.